Цены на газ, а также на другие энергоносители уже давно стали самыми важными темами для граждан Молдовы. Именно поэтому результаты опроса одной из провластных неправительственных организаций вызвали такое оживленное обсуждение в социальных сетях и телеграм-каналах. Согласно проведенному опросу, больше всего граждане Молдовы, а именно 27%, считают виновной в высоких ценах на газ для Молдовы Майю Санду. Однако пользователи социальных сетей считают, что эта цифра занижена. Как ни старалась Майя Санду спрятать голову в песок, сбежать из страны или просто откреститься, почти треть граждан Молдовы уверены, что именно президент больше всего виновата в росте цен на газ, сообщает телеграм-канал Мамалыга и Такана. Санду думает, что не она, а общественность наоборот, соглашается другой телеграм-канал КП в Молдове. Конечно, она виновата, и только она. Все началось с повышения цены на газ. Из-за цен на газ поднялись цены и на все продукты и услуги, пишет Ирина Гуцул. А почему только на 27%? На все 100 виновата она и гаврилица, задается вопросом Мария Лунгу. Нужно уточнить, что 70% живущих в Молдове так считают. Также высказывает свое мнение пользователь с никнеймом Надюша Вишенко. 99,9% так считают, утверждает Екатерина Катюша. Также пользователи социальных сетей отмечают, что виновата не только глава государства, но и другие представители руководства страны. В других странах как-то полегче, потому что там во власти люди компетентные, смогли сгладить углы более-менее, считает Кристина Караман. Да-да, почему в Европе газ по 600-700 евро, а у нас второй месяц по 1100, спрашивает Мария Потрашко. Алексей Чеховский отмечает, подорожал везде, но только в Молдове дороже, чем во всей Европе. Даже сейчас, когда газ подешевел, например, даже в Румынии, в Молдове цена не падает. Кто виноват, что у нас газ дороже, чем в Европе, пишет Даниэла Каланча. В нашем государстве все намного дороже, чем в той стране, где на данный момент война, с грустью констатирует Денис Кирков. Рыба гниет с головы, напоминает известную пословицу «Ков Деня». Ну а подвести итог хочется публикации телеграм-канала «Аргументы и факты», который сообщает, что по результатам опроса 67,2% граждан Молдовы уверены, что Майя Санду должна отправиться лично на переговоры по газу.